краевом центре появилась современная дворовая территория. Это стало возможным благодаря партийному проекту «Единая Россия. Городская среда». Оценить новую площадку уже успели жители, представители власти и депутаты. Прогулялась по преобразившемуся двору и Виктория Середа. Вот так еще год назад выглядел один из крупных дворов краевого центра. Сегодня преобразившуюся территорию не узнать. Здесь появились футбольное поле, яркие детские площадки, антивандальные тренажеры и десятки новых деревьев. Провести ремонт удалось за счет проекта «Городская среда». После масштабной реконструкции для жителей благоустроенного микрорайона устроили праздник. Оценили проделанную работу и сами депутаты. Это деньги, потраченные не зря. Это инициатива президента, которая сегодня действительно показывает, что она нужна всей стране. Ну а что касается здесь, на Ставрополе, в городе Ставрополь, знаете, что хочется сказать? Уважаемые горожане, просто берегите то, что у вас есть. Потому что таких дворов в моем детстве у меня не было никогда. Вот эти дворы – это пример, когда сами жители, когда их опросили, сказали, здесь мы хотим площадку, а еще хотим тренажеры для взрослых, а еще у нас побольше маленьких, а здесь побольше взрослых детишек. Здесь жители сами сказали и вышли на субботники, что они хотят увидеть. Это крайне важно. Этот проект является одним из самых, мне кажется, ярких взаимоотношений между жителями, властью и партией. Понимаете? Вот они, потому что все участвуют. На стадии убеждения, на стадии выделения денег, на стадии контроля за работой. Ведь здесь каждый клочочек земли контролировали люди сами, те, которые будут ими пользоваться. Теперь жители микрорайона могут найти развлечения по душе. Поиграть в футбол, заняться фитнесом или почитать книгу на новой аллее. Здесь вообще ничего не было, ведь здесь еще с Советского Союза стояли лавочки, да, и одна качеля. И все, больше ничего не было. Вот так. А сейчас красота какая стала. Двор великолепный. Вы знаете, дети теперь есть где гулять. Мы уже который день тут проводим время. Хорош. Вот, ребенок говорит, что двор хороший, замечательный. Качели такие интересные. Ну, то есть, ну, действительно хороший двор. Ну, мне тут понравились больше всего спиральные горки, качели и горка то, что трубой. А раньше таких не было у вас? Да. Проект «Городская среда» позволил благоустроить 202 двора в регионе. На эти цели из федерального бюджета в край поступило 609 миллионов рублей. В Ставрополе преобразились 12 площадок. Масштабные преобразования ждут городские дворы и в следующем году. Это будет не один десяток таких дворов. Потому что мы переходим от пилотного проекта уже к реализации в целом федеральной, будем так говорить, идеи, федеральной программы партии «Единая Россия» по благоустройству дворовой территории, поскольку изучение общественного мнения или мнения граждан показало, что их волнуют как раз те вопросы, где они живут. Виктория Середа, Антон Поляков, Ставропольское телевидение.